Приветствую вас, и давайте попробуем подумать над ситуацией, которая у вас сложилась вот так. Значит, у вас есть определенная линия поведения, которой вы придерживаетесь при взаимодействии с девушкой. Линию поведения можно называть хорошей, плохой, как угодно, это по сути не важно, потому что это ваша линия поведения, вы сами выбираете, как себя вести. И судить о том, насколько оно верно, мы не будем. Но факт в том, что девушке ваше поведение не нравится. И тем, что вы себя ведете именно так, как ведете, вы ее отталкиваете. Вы отталкиваете свою женщину своим поведением. На это указывает тот факт, что сейчас она встречается с другим человеком, а до этого вы ссорились. И если вы хотите ее вернуть, то свое поведение как минимум нужно изменить. Перестать вести себя так, как вы ведете себя сейчас. Перестать ссориться, перестать ревновать. И понять, что если девушка вас любит, она все равно будет с вами. Она никуда не денется. А если она с другим человеком встречается, с другим мужчиной встречается, то значит чувство к вам у нее не искренне. И она либо сама заблуждается относительно своих чувств, либо просто не знает, чего хочет. Либо использует вас. Но в любом случае, то поведение, которое вы используете, не дает никаких результатов. Соответственно, чтобы оно результат начало давать, его нужно менять. Как? Быть спокойным. Сказать своей девушке, делай, что хочешь. Я не буду больше к тебе не приставать ничего, не буду с тобой ссориться. Но давай будем общаться, просто как друзья. И вот это будет для нее ново, неожиданно. Она такого от вас не будет ожидать. И это возвысит вас в ее глазах. Это поведение более серьезное уже. И оно поможет вам расположить к себе девушку. И если вы это сделаете, если вы сможете общаться с ней как с другом, несмотря на то, что она встречается с другим парнем, то вы сможете вновь получить ее доверие. Сможете понять, что ее беспокоит. Сможете видеть ее переживания. Она начнет делиться с вами чем-то. И вот тогда вы в процессе общения, дружеского общения, постепенно, ненавязчиво, будете сеять в ней зерна сомнения относительно того, что она сделала правильный выбор, начав встречаться с тем мужчиной. И именно так, только в такой неагрессивной, мягкой, доброжелательной форме вы сможете достучаться до истинных чувств девочки, а не постоянно сталкиваться с ее защитным механизмом, который она включает, когда вы начинаете ссориться с ней. Или просто в ссоре, или отвечать ей на ее какие-то проявления агрессии. То есть вам нужно свое поведение менять. И вот изменив свое поведение, вы увидите, как относится к вам девушка. Если она ваши изменения оценит и будет с вами общаться, и будет проявлять вам, к вам симпатию, будет с вами делиться чем-то, рассказывать вам о чем-то, то тогда это означает, что чувство у нее к вам действительно есть. И вы просто-напросто своим первоначальным поведением ее оттолкнули от себя. А если она все равно останется с тем мужчиной и к вам не вернется, значит чувств у нее никогда и не было. И вам не стоит тратить на нее свое время. И стоит продолжать жить дальше. Хотя это будет и тяжело по первому времени. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи.